Тут на днях глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» сказал буквально следующее. Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость, говорит Дмитрий Смирнов. Потом, конечно, когда поднялась волна негодования, потом, конечно, Дмитрий Смирнов попытался оправдаться и заявил буквально следующее. Вырвано же из контекста. Это не глупее, это просто другой совсем. Ум, подход к жизни, слабость ума, не потому что они глупые, наоборот. Но девочки, например, золотые медали чаще заканчивают школу. Они старательные, они лучше понимают, что им говорят. Они очень такие, ну, гораздо аккуратнее к своим обязанностям. Это тоже ума. Это нельзя назвать глупостью. Женщина просто ум, он для другого создан. Понимаете, у женщин, например, лучше работать на конвейере, а мужчины не в состоянии. Ну, скажем так, мягко скажем, давайте, немножко изменил свое мнение. Переобулся, да, говорю. Говорит Надана Фридрихсон, журналист и политолог у нас сегодня в студии. И Герман Стерлигов, российский предприниматель, крестьянин. Да какой я предприниматель? Простой я уже много лет не предприниматель. Давно уже русский крестьянин, да. Ну, в общем, попытаемся сейчас выяснить в ближайший час, действительно ли женщины слабее умом, чем мужчины? Или мы серьезно вот так ставим вопрос эфира? То есть мы не ставим вопрос о причинах, почему это вообще прозвучало, сие безумие. Мы действительно в полном серьезе будем с Германом Львовичем час сидеть и мериться, простите, мозгами, да, чтобы по итогам этой схватки выяснить, кто же, блин, умнее, простите, мой французский. А это как кривая эфира вывернет. Ага, понятно. То есть мы действительно это обсуждаем на полном серьезе. А, ну, давай, Надан, тогда с тебя начнем. Нет, уж давайте с Германа Львовича все-таки, по возрасту. Хорошо, по возрасту. Герман Львович. Значит, нужно договориться о терминах, как и при любом разговоре, тем более, если предполагается какой-то спор, обсуждение и методологии понятия. Что, я христианин, в отличие, кстати, от Дмитрия Смирнова. И поэтому для меня признак ума, единственный признак ума, настоящего большого ума, это когда человек попал в рай. Это значит, жизнь ему удалась. Это очень умный человек. Если человек попал в ад, то он глуп, потому что он не использовал свою жизнь по назначению. И что бы у него здесь не было в жизни, какие бы у него достижения не было, хоть он колдуньей был типа Кюри, хоть там миллиардером, хоть кем, если он после этого мгновения жизни навеки вечной оказался в аду, то он и идиот. Рай для умных людей. Герман Львович, мы этого не знаем. Ни я, ни вы. Это вы не знаете, безбожники. Вы были в раю, простите, уже? А я как христианин знаю. Были в раю? Я предлагаю вам это не дебатировать, потому что чего христианину дебатировать с безбожником вопросом рая? С чего взяли, что я безбожник? Потому что вы говорите, что мы не знаем. Мы знаем из Священного Писания все эти вопросы. Там где-то там написано про слово «умные», да, в Священном Писании. Там в Священном Писании. Слово «умные» фигурирует, конечно, что в рай попадут конечно, умные. Конечно, там все это фигурирует. А можно цитату, вот, пожалуйста, привести? Да нет, конечно, драгоценный мой. Я же вам не цитатник. Подождите, ну вы же наверняка читаете Святое Писание. Наверное, каждый день. Слушайте, где там про умных? Да было в раю. Короче, я отвечаю на поставленный вопрос. Умный человек тот, кто попал в рай. Что значит попасть в рай? Это значит угодить Богу. То есть выполнять его заповеди. То есть выполнять то, что хочет от человека Бог. В Библии он четко разделил, что он хочет от мужчины и что хочет для женщины. Что хочет от женщины. И поэтому, если мужчина начинает жить бабской жизнью, а женщина корчит себя мужика, то это дебилы. И они, конечно, в рай не попадут. Потому что это вопреки воле Бога. Все, что вопреки воле Бога, то глупо. И поэтому самый большой глупец – это сатана. И все, кто ему служит – глупцы. И вот это называется, что такое ум, а что такое глупость в понимании христианина. А, простите, вот женщина, которая, как вы говорите, корчит из себя мужчину, это ваша терминология, что значит? Это какая женщина? Я думаю, что радиослушатели понимают, что какая-то женщина. Это феминистка поганая. Надан, да. Хорошо, а женщина, получающая образование, например, и нацеленная на карьеру? Это дура. Это дура. Конечно. Получившая высшее образование. Потому что женщина, которая портит свою семейную жизнь и лучшие годы на эти институты, на эти, извините, блядки,
Это дура. Подождите, а получать образование, это, извините, слово извините, вот мне по пальцам покажет Амфилова, это слово, которое из словаря дали, и из церковно-славянского словаря. Может быть, все что угодно. Здесь нет никакой проблемы. Но Роскомнадзор нас штрафует. Роскомнадзору нужно повышать свой уровень образования. Это прекрасное русское слово. Но пока не глупые, мы, давайте, давайте помогать Роспотребнадзору, чем мы можем ему помочь. Надо, твое мнение по поводу высказывания... Нет, секундочку. Я вот просто, как большой поклонник Германа Стерлигова, нашла его блог в ЖЖ, где нашла как раз оду современной женщине или поучение христианским юношам, где, среди прочего, значится: подавляющее большинство современных баб — это уже не бабы, а бабы-заменители. Как хлебозаменитель, молокозаменитель и так далее. Так и баб нам испортил проклятый научный прогресс. От них бабского толку больше нет. Их можно еще, ну, то словно букву «Т» скажу, и с ними можно еще спать, как с резиновыми куклами, а больше с них и нечего взять. Герман Львович, я прошу прощения. Вы опять же вырваны из контекста. Там спать как с резиновыми куклами, вы это по личному опыту как-то? Или на чем это основано? У меня и личный опыт был, к сожалению, с резиновыми куклами. Реальными или женщинами? А потом я встретил свою, ну, с женщинами, а потом я встретил свою прекрасную жену, и с тех пор у меня опыт только с ней. Вот, если вас это интересует. И уже 30 лет мы с ней прожили вместе, и я ее очень люблю по-прежнему, как будто я с ней встретился только вчера. Все, она не баба-заменитель. Не. Хорошо. Она не баба-заменитель. Но она, у нее есть образование. Она рожала мне пятерых детей. Подожди, у нее есть высшее образование. Она образованная она женщина. Я выкинул сразу ее диплом. Это ее недостаток. И что ее сейчас попрекать этим? Она никогда не работала по своему образованию. Это зачем вы на ней вообще-то женились, если она получила образование? А я тогда дурак был. Я же тогда был безбожник. А безбожник и дурак – это синонимы, понимаете? То есть, по-вашему, женщина должна быть, необразованной, точно, вот однозначно необразованной, и ориентированной всецело на мужчину. Я правильно здесь понимаю? Здесь нам нужно, как мы договорились о терминах, что такое глупость и что такое ум, надо договориться о терминах, что такое образование, понимание христианина. Высшее образование, любое, там, в любом учебном заведении. Понимание христианина, высшее образование в любом учебном заведении – это чушь, которую набивают детям голову для того, чтобы сделать их идиотами и безбожниками, или колдунами, если они технические всякие, там, химические, физические вещи. Для того, чтобы портить все, что сотворил Господь. Это слуги дьявола. Простите, у вас когда голова болит, вы, простите, какую-то таблетку пьете, чтобы она прошла? Да нет, конечно, я что, идиот, что ли? Только идиот таблетки пьет. Хорошо, когда у ваших детей температура или жар, вы им даете какие-то лекарства? Нет, конечно, мы им даем травы. Мы какие им даем травы? То, что собираем. Скажем, если жар, мы берем грецкий орех, настаиваем его на чаче, он навсегда настоен есть, и растираем ребенка. И у него сразу... Вы серьезно? Да, и у него сразу проходит жар. А ваши отравленные таблетки пьете вы и травите своих несчастных детишек. И они потом болеют страшными болезнями, раками и диабетами. Хорошо, то есть женщина не должна получать вообще никакого образования, и тогда она будет умной и попадет в рай. Я вам скажу, что видите, как вы плохо соображаете. Я вам скажу, что фармацевтия – это средство утилизации людей, современной фармацевтии, это пора бы знать. И современная медицина – это средство утилизации людей, потому что в 21 веке, в постиндустриальный период, когда развивается роботизация и автоматизация, люди становятся не нужны. И поэтому есть программа устойчивого развития, которая принята в Лондоне, в Британской академии наук, ее презентовал принц Уильям, которая, если в двух словах переводить все на русский язык, означает сокращение численности населения в колониях. Чтобы не заниматься вот этими индейцами, которые уже, собственно, не нужны, механизмы работают, а их утилизировать. Вот их утилизируют, в том числе фармацевтией, наркотиками, абортами, химической продукцией в сетях по всему миру. И люди опухают от раков, и их отправляют или на кладбище, это или в крематории. Это какая-то немножечко теория заговора, но все-таки... Да это открытая информация, залезьте в интернет. Это гордость Британской академии наук. За последние 100 лет значительно увеличилась. Да это вранье для болванов. Как раз благодаря развитию медицины. Это вранье. Средняя продолжительность человеческой жизни всегда была 70-80 лет. В Псалтире царя Давида, который несколько тысяч лет написано, и жизнь человеческая 70 лет, а еще же в силах 80 лет. Какая была средняя продолжительность жизни 70... в 30-е годы? 70-80 лет. В 30-е годы какая? Во все времена было 70-80 лет. В 30-е годы это был средний показатель. И наши бабушки жили, это средние было, а жили до 100 лет и более. Понимаете? Потому что средние — это те, кто и умер еще безвременно от всяких там аварий и прочего. Сколько погибало людей в деревнях от того, что не было медицины, не было санитарии? Да, сколько да, умирало нисколько, детей? Нисколько. Какая была детская смертность колоссальная? Умирали только слабые дети. Это был естественный отбор.
А те, кто не умирал в раннем возрасте, первые несколько дней, то есть кто рождался здоровым в целом, а не уродом, те жили очень долго и счастливо, безо всяких медиков. Когда вы вашим детям, по вашим словам, давали не лекарства, когда они болели, какие-то травки, вы морально были готовы к тому, что они могут погибнуть, не дай бог, что для вас было бы естественным отбором? Конечно, люди вообще умирают. Люди всегда умирают. Правильно. Они умирают и в юности бывают, и в старости, и на то воля Божия. Но когда их отдаешь врачам, они умирают быстрее, и они умирают в мучениях. Потому что над ними еще издеваются, как гестапо. Где вы эту статистику взяли? Еще, кто над кем издевается, еще как в гестапо? А еще в наше... Где вы это взяли? Сейчас я вам расскажу. Товарищи гости, буквально два слова. А еще в наше время есть трансплантология узаконенная, есть презумпция согласия на расчленение людей на органы. И трансплантология становится одним из основных, поступлений валютных доходов в бюджет страны. Юрий Львович, какое это имеет отношение к медицине, которая увеличивает продолжительность жизни, лечит болезни и так далее? Маленьких детей вообще безумие врачам отдавать, потому что у них органы очень дорогие. Вы просто на раз расчленяют на органы. Детская смертность повысится после вашей проповеди. Товарищ спорщики, давайте мы сделаем перерыв. Мы ушли от нашей темы. Но я так понимаю, что спорить по формулировке. Главное, не отдавать детей проклятым врачам. Очевидно. Чтобы очевидно. Не расчленили на органы и не продали за рубеж. По формулировке Дмитрия органы. Смирнова мы, видимо, не будем. В первой части мы, конечно, немножко ушли в сторону, но говорим мы все-таки о женщинах. Но уж во второй этой части мы никуда не уйдем. Никуда мы не будем говорить по теме. Итак, протоиерей Дмитрий Смирнов сказал, что женщины слабее умом. Мы не будем ставить вопрос вам, товарищ слушатели, действительно ли женщины слабее умом, чем мужчины и так далее. Но это не совсем корректно. Или наговаривают на них, может или быть. Да. Ни к чему это, мне кажется. И вообще женщин не надо задевать и нервировать такими вопросами. Давайте так. Женщины по версии Надана Фридрихсон или женщины по версии Германа Стерлигова? Вот так вот разделим наше голосование. Если по версии Германа Стерлигова, вот женщина должна быть такая, как женщина должна Герман. Быть красива, мила, послушна. Она должна быть послушна ласкова. Кому? Мужу. Она должна быть ласкова. Она должна быть прекрасной матерью. Она должна быть трудолюбива. Она должна быть просто солнышком. Вот такая женщина, это умная женщина. И она будет счастлива, потому что ее будет любить муж, носить на руках, сдувать с нее пыль, решать все ее проблемы и просто быть ее рыцарем. А если все-таки ваш номер, если вы считаете так, вот ваше мнение такое, 637-6519, номер телефона с кодом города 495, 8495, 637-6519. Если вы все-таки больше склоняетесь к видению женщины, как у Наданы, то ваш номер 637-6518. 8495-637-6518. Ты возразишь что-то Герману Львовичу? Или ты согласишься с ним надо? Нет, я не согласен. По поводу роли женщины? Во-первых, я не очень поняла, кому женщина должна весь этот перечень, который был перечислен, прекрасный. Что она должна быть послушной, глупой, не получающей образования, стремящейся в рай. Я не очень понимаю, кому она чего должна. Я считаю, что в этом вопросе вообще какие-то проводить какое-то разделение мужчины и женщины неправильно. Правильно. Человек. Человек – это личность. Неважно, мужского рода он или женского рода. Человек имеет право на самоопределение, на выбор своего пути. Человек имеет абсолютно полное право жить, учиться, получать образование, иметь свою позицию, иметь любые дороги в карьерных каких-то перспективах. И я всегда считал и продолжаю считать, что моя страна, Россия, это все-таки не какая-то страна, скажем так, где-то с Ближнего Востока. Все-таки мы в этом смысле неотъемлемая часть западного какого-то мира, где вот подобные разговоры, как сказал протоиерей Смирнов, что женщина слабее умом какая-то там мадам Кюри, но это просто неприлично говорить такие вещи, скажем так, в кругу людей, которые хотя бы прочитали одну книгу. Вот мне всегда казалось, что Россия ближе к этим странам. И меня в этом смысле, конечно, пугают такие заявления, потому что это не частное мнение отдельно взятого человека. Конечно, в частным каким-то там кухонных разговорах каждый имеет право вынашивать любую позицию по данному вопросу. Но извините меня, его точка зрения ассоциируется с позицией Русской Православной Церкви. И когда он выходит и говорит вот эту чудовищную глупость, ну, извините, встают волосы дыбом. Вот опять же, было сказано, что женщина должна удовлетворять мужчину, быть послушной, слушаться своего мужчину, и тогда быть замужем, как за стеной. Ну вот, пожалуйста, например, житель Серпухова Дмитрий Грачев, который, видимо, не знаю, большого ума, отрубил своей жене запястье рук, потому что, по его версии, она собиралась от него уходить. Вот этот человек, вот этот вот, не знаю, человеку назвать сложно, вот этот субъект,
биологические, вот Дмитрий Грачев, вот он послушает такую проповедь, да? Он каким выводом придет? А, женщина глупее, женщина не человек, баба не человек, курица не птица. Можно рубить и кисти, она же глупее, чем я. Или другой вариант. Мне кажется, это неправильный вывод. Магнитогорск. Он придет к другим выводам. Он придет к выводам, что зря я ей руки отрубил, потому что с нее было взять-то, дура дурой. Вы серьезно вот это сейчас и таким говорите? Образом не совершено было бы это преступление. Просто вы серьезно это говорите? Женщину приговорил ее к казни через отрубание рук. Это отвратительно, это ужасно. Вместо того, чтобы, ну, знаете, ну, всякое может женщина там сказать в сердцах. Ну, что там обращать особое внимание? А мужчина всякое не может сказать в сердцах? Да, может, но мужчина больше ответственность несет, он мужчина. Перед кем? А женщина, если даже она немножко разгневалась, ну, что-то там налопотала, ну, в сердцах что-то там грубое сказала, ну, нужно пропустить мимо ушей, потому что это женщина. И если бы он так рассуждал, значит, он бы тогда не стал бы ей руки рубить, понимаете? А если он наслушается вот такие у вас, что там женщина такая же, как я, она нести должна такую же ответственность, то я он ей еще и голову отрубит. Вообще вы что, не говорила. Прекращайте эту пропаганду. Это вы накидали целый список, кому чего женщина должна, хотя никто под этим не подписывался, вот у нас, извините. Смотрите, у нас каждую субботу проходят ярмарки. Все приезжают, кто хочет, и там... Нет, ну полезное, да, причем тут это? И туда собирается огромное количество женщин и мужчин. Женщин и мужчин со здоровой психикой. И замужние, и незамужние. И там люди общаются, знакомятся. Это как клуб такой. Вы приезжайте к нам, вы посмотрите, как живут нормальные семьи. Где жена... Герман Львович, где жена ваше представление мужа. О нормальности, вы, безусловно, имеете на него право. Но после того, да что вы приезжайте, сказали, посмотрите, что женщина позавидуйте, не должна хоть получать образование, потому что ну, конечно, она должна ублажать зачем мужа. Зачем ей это надо? Зачем ей это дурацкое для образование? Пять лет, лучших лет жизни, самой красивой девической жизни шляться в этот душный, вонючий институт или университет. Львович, и сидеть там право. За парток, портится цвет лица. Она дышит плохим воздухом. И там отвратительная вода в туалетах. Ну, вы в общем ужасе. Вот жрут всякую парашу в столовые. Что там от бабы? Они идут прыщами все. Студентки все прыщавые. Все вздорные. Герман все Львович, уставшие. Вы сколько студенток-то, простите, отсмотрели за последние ой, годы? Я уже старый. Я их отсмотрел, нет, ну, когда знаете, было... Когда... Можно, я знаете, их отсмотрел в университете, когда учился, в Московском государственном. Ой, господи, это было в моей ладно, молодости, я серьезно. Все помню. Так вот, у нас, к сожалению, это несчастные статистика. Девчонки, кто портит себе жизнь высшим образованием. Господи, Герман Ильич, вы страшные вещи говорите. Но... Надо в это время все. Рожать детишек. Надо пока молоденькая. Герман Ильич, покой рожать детишек, когда есть вот такой вот Дмитрий Грачев, который, извините, отрубает жене запястье. Был абсолютно отмороженный человек, дело сестер Хачатурян, который, возможно, до них домогался, которых избивал. Скорее всего. Она не рожала ему говорите? Детишек. В смысле? Если бы она нет, нарожала. Двое детей. Ой, мало. Двое надо детей. Было бы 10, относился бы иначе. Чтобы он сливал уже да. 10 детей. Я, да, я не оправдываю этого человека. Я просто говорю, что нужно внушать мужчинам, что у женщин другая степень ответственности. Не надо с них строго спрашивать. Ну, это. Вы понимаете, они что вы про женщин говорите, как они, про домашнее животное? Они должны быть любимыми женами, а не какой-то зоной ответственности и подсудным материалом, понимаете? А вы хотите, про любимую жену ты же не будешь спорить. А вы хотите, чтобы к бабам относились, как будто женой, да. Судья относится к уголовнику, чтобы он его как бы так, ты должен то-то, то-то, то-то. Да женщины спрос небольшой. Это с мужика огромный спрос. Мужчина должен обеспечивать семью. Должен все, что только может делать для счастья жены, для своих детей. Кормить их натуральной хорошо, пищей. Герман Львович, не водить к врачам, к этим поганам. Так, лечить что, натуральными средствами. Не колоть прививками. Герман ограждать Львович. Их от школы, от институтов. То есть ограждать ото всякого зла. Это ваш частный пример. Это ваша частная детей. Жизнь. Да даже у тысячи пример. Людей, от беднейших до богатейших. Герман таких, Львович, как он, Дима Ананьев, миллиардер. Но жена что рожала только дома. Женщинам? Потому что умный человек. Нет, я все-таки достучусь. Да. Я все-таки человек занудный. Так что делать женщинам, если, используя вашу терминологию, мужик-то на Руси уже повыводился? Потому что вы сами сказали, что многие мужчины сейчас предпочитают, как вы говорите, вести бабский образ вот жизни. Смотрите. Это ваша терминология. Да. И что делать женщинам в этой ситуации? Хорошо. Давайте поводю в коридор вот вашей логики. Вот это конструктивный разговор. Нет, вот начинается конструктивный логики. Разговор. И молодец. В этом коридоре я хочу... Да. Ой, спасибо, конфетку дадите после программы. Спасибо большое. Герман Львович обещал мне конфетку дать. Так я вам все. Кусочек хлеба дам натурального. Который 500 рублей? Я вам бесплатно дам кусочек хлеба. Знаете, я знаете, подачки не беру. Так все-таки ну, давайте зайдем как в коридор вашей логики. Берете, а как кусок хлеба натурального не берете. Отравленные конфеты мы берем, а натуральный хлеб нет, подачки не берем. Вот во всем этом... Герман Львович, заходим в коридор вашей логики, в этот прекрасный светлый коридор. Объясните мне, пожалуйста, еще раз. Вы сказали, что вот сейчас многие мужчины ведут, как вы говорите, бабский образ жизни, да? Исходя из этого, что делать женщине? Ведь нет того мужика, которого вы сейчас так яростно описываете. Я вам скажу, где они есть.
Они каждую субботу появляются у нас на ярмарках. У нас столько на ярмарках мужиков настоящих, где за одну за единицу времени всех, в одном месте можно увидеть толпы шикарных мужиков. Но все девчонки к вам на ярмарке не попадут. На всех почему нет? Не хватит. Пускай едут к нам. Еще раз. На всех на лучших хватит. Потому что эти мужики выберут лучших. Самых послушных, самых красивых, самых милых, самых улыбчивых, самых... Ну, сразу видно, что характер хороший, не спорит до хрипоты. Ну, чтобы мозг не выносило целыми днями, когда замуж выйдет. Ведь женщина, если она до замужества мозг выносит, что же будет после там этого? Там мозгов-то, извините. Не, у нас, так, у нас вот, я как раз говорю про отборных кавалергардов, у нас так, как раз такие есть. Подождите, Герман Львович, это те, кто имеет свои крестьянские хозяйства. Герман Стерликов разводит еще мужика. Да нет. Это особенная реклама у Германа Стерликова. Во все, да так, послушайте, раз-два да послушайте, конечно, мало. Вообще хорошего товара мало. Я про тех мужиков говорю, у которых свои прекрасные крестьянские хозяйства. Тот, у кого свое крестьянское хозяйство, тот в состоянии кормить свою жену и своих детей натуральной пищей, а не парашей из магазинов химической. Еще и поэтому раз. Этот мужик и есть первосортный мужик, у которого свое крестьянское хозяйство. Именно поэтому у нас в Слободе они по субботам куча этих мужиков, потому что они своими хозяйствами приезжают торговать своими натуральными продуктами на нашу ярмарку. А мы не берем с них ни копейки, поэтому цены у них очень низкие. И поэтому вот этой толпы бородатых, огромных, здоровых мужиков, а в том числе и неженатых, у нас присутствуют на ярмарках. Хорошо, субботних ярмарках в Словаре. Я поняла. Каждую у субботу. У вас на ярмарке мужики торгуют всеми с утра своими до вечера. И продукцией, и не только продукцией. Я у вас нас еще мужики раз торгуют, не надо таких намеков, только продукцией. Но если, естественно, тем, кто на хозяйстве... Но вы их уже на торги выставляете, нужны хорошие, жены. А так и говорят, есть товар, есть купец. Хорошо. Торги в основном это продажи. Ты знаешь наш Я просто про общественную тенденцию. Я говорю, вам лучше приехать. Ярмарка-то прекрасна. Да вы приедете, увидите своими глазами. Герман в субботу Львович. Приезжайте в Слободу. Всех приглашаю. Так, друзья, места вы... много. Друзья. Целые поля под стоянки автомобилей. Все бесплатно. Друзья, вы приезжайте. Вот, ну, смотрите, это вот мне напоминает сегодняшний разговор, такая основная тема дня, что предложил кто-то там из Хохляндии назвать русский язык российским. Это вы про Украину, это для так, вас, я да. так понимаю? И это очень точно, на самом деле. Потому что у нас действительно вот эта ломоносовско-пушкинская мова придуманная, это не русский язык, это российский язык. Но и украинский язык не русский. Украинский язык – это мова Грушевского и компании. Он вообще никакого отношения к русскому языку не имеет. То есть смешная такая бредятина. Вот смотрите, если бы назвать у нас российский язык, а у них назвать украинский язык, и вернуться всем вместе, и им, и нам, к нашему единому русскому языку древнему, который у нас осталось куча источников его на древнеславянском. А вы сами-то им владеете? Ну, конечно, владею. Ну, так скажите что-нибудь. Слушайте, я могу прочитать что-нибудь. Нет, вы скажите какое-нибудь одно предложение на вот исконно русском языке. Ну хорошо, скажите мне предложение, я вам переведу. Давайте. Вот ровно то, что вы сейчас сказали, скажите нас. Прочее, что уже рече, речеми вновь. Это вот по-старорусски. Хорошо. Слушайте, и вот если бы мы вернулись вместе к этому языку, обнулили все усилия врагов наших народов по разделению нашего языка и наших народов, это была бы основа для единения нашего единого русского народа опять в одно государство. Герман, и меня очень порадовало, что сегодня с Януковича сняли санкции, а это значит, что законность может восторжествовать, и объединение России и Украины может быть приблизиться. Да. Герман Ильич, давайте все-таки Киевской о женщинах. Руси и Московской Руси. Давайте, я просто хотел бы вернуться к протоиерею Смирнову. Позволь мне напомнить координаты для наших слушателей, и тогда я даю тебе слово, да? Мы отталкиваемся от слов протоиерея Дмитрия Смирнова, который сказал действительно, ну, что женщины слабее умом, чем мужчины. Мы эти слова не обсуждаем, ну, как бы каждый сделает сам для себя вывод. Мы больше говорим о том, какая должна быть женщина. У нас есть тут два варианта развития событий. Либо по версии Наданы Фредриксон. Это полноценная личность, полноценный гражданин России, который имеет право получать образование, работу, карьеру, все те же блага, которые имеет право получать мужчина. Да, если вы Надану поддерживаете, ваш номер телефона 637-6518. 637-6518, номер телефона для тех, кто поддерживает Надану Фредриксон. Если вы склоняетесь к версии Германа Стерлигова, ваш номер телефона 637-6519 с кодом города 495. Да, а моя версия – это счастливая мать и счастливая жена с прекрасным мужем, который любит ее и на руках ее носит, потому что она лапочка, солнышко, покладистая, трудолюбивая, добрая и отзывчивая жена. Надан, я обещал, что дам тебе слово.
Да, но пока у нас есть такие субстанции, как Дмитрий Грачев, отрубающий руки, я боюсь, вот это все утопия. Но, возвращаясь все-таки к протоиерею Смирнову. Меня а почему смысле... не приводите мою жену в пример, у нее не отрублены руки? Ну, давайте слава вот... Богу, Герман Львович, ну, еще бы вырубили ну, а руки. Ну, представляете, один там на 100 миллионов отрубил один? Руки. Ну, конечно. Один? Дело Стер Хачатурян. Вам мало? Ну, Магнитогорск, 6 июля. Мы там не знаем ничего, что было у Хачатурян. Что там там рассказывали эти детки? Избил, до, в прямом смысле, до смерти. А после этого побежал на федеральный канал на ток-шоу собирать деньги. Один? Ну и что? Это не и один. Что? Какой вывод посмотрите из этого? Колоссальную что баба статистику должна быть стервой? Насилия. И вместо нет. того, чтобы нет. рожать детей, ходить по институтам? Слушай, что, нет. и это, что ли, вывод? Вывод в том, что когда такие... представители Русской Православной ладно. Церкви, как протоиерей Смирнов, говорит, что женщина априори глупее мужчины, вот такие субстанции, как Грачев, считывают это как призыв к действиям, как то, что женщину можно забивать, как скотину, что вы, с ней можно обращаться, мы с вами, как не с человеком, что ее можно бить, что убивать, унижать выводы. И так далее, и так далее. Слушайте, давайте вот я вам лучше скажу проблема. О том, что женщина сейчас в опасности. Женщина в реальной опасности. И вот об этом надо подумать женщинам. У женщин вообще лучше развитие инстинкт самосохранения, особенно когда даже не только они в опасности, а и дети их в опасности. Сейчас почти все передохли пчелы. А это означает, что если пчелы передохнут до конца, то вслед за ними погибнут и люди, потому что не будет опыления, не будет натуральной пищи вообще, будет только пища из нефти, и все будут болеть страшными болезнями, мутировать и погибать. И сейчас мой сын Сергей, который возглавляет Центр возрождения натурального пчеловодства, призывает всех нормальных людей, которые переживают за будущее своих детей и за свое будущее, на митинг 24 числа на проспект Сахарова. Политическая страничка в 19 от часов. Львовича. Это политическая. Прекрасно. Какая политика? Речь идет о спасении Герман нашей жизни. Львович, лучше а если... нарушать сейчас все нормативы вы радио, но призывать людей к тому, чтобы спасти пчел, лишь бы эти пчелы не погибли. Герман Львович, а если женщины-ученые будут биться за то, чтобы пчелы остались живы, эти женщины будут молодцы они же или нет? Смотрите, вот это важнейший вопрос. Нам важно для того, чтобы спасти пчел, перестать слушать ученых, потому что именно они загубили пчел. И женщины, и мужчины, ученые загубили всех пчел. Именно химией этой проклятой, модификациями всякими, ульем, которые придумали ученые в России. И это все придумали ученые, и они загубили всех пчел химическими удобрениями, сотовыми вышками. Это кто придумал? Это все ученые придумали. И для того, чтобы спасти пчел, нам надо прекратить обращаться к этим преступникам. В этом ключевой момент понимания спасения пчел и всего живого на Земле. Надо перестать доверять ученым. Надо привлекать это их к уголовной ответственности, а не доверять им. То есть за то, что они все загубили, реки, рыбу, пчел, людей, их надо судить, их надо казнить, их надо сажать. Вот что нужно делать с учеными. Я все-таки упорствую в грехе, я хочу вернуться к протоиерею Смирнову. Потому что меня в этом смысле вообще удивило... Извините, 24 июля перебить женщину, в 19 часов на проспекте Сахарова. Да, конечно. Приходите все. Я ненавижу митинги, никогда на них не хожу. Но это тот случай, когда пчелу надо сделать исключение. Собой. Все на митинг с пчелами. Каждую свою индивидуальную пчелу, пожалуйста, не забудьте прихватить. Так вот, возвращайтесь. Вот видите, женщина, которая должна заботиться о жизни вообще, женщина... Я пчелок заботюсь. Жизни на земле. Вас... А ей по барабану спасение пчел. Что, я с этими мыслями ложусь, я с этими мыслями встаю. Вот мы посмотрим, вы придете на митинг нет, или нет. У меня нет своих пчел, понимаете, не приду. Ну вот я и говорю, что вы из тех людей, которым безразлично, что будет завтра со всеми нами, погибнем мы или нет. Вы как будто какие-то инопланетяне, как будто вы на Луну к себе улетите. Вы никуда не спрячетесь, вы погибнете вместе со так, всеми. Я продолжу. Если погибнут пчелы. Значит, 35-й заход на одну и ту же тему. Так вот. Меня заинтересовало, почему, в принципе, протоиерей Смирнов делает такие провокационные заявления, по сути, откровенно говоря, подставляя Русскую Православную Церковь, потому что мы же понимаем, что большинство считало это как официальную позицию Русской Православной Церкви. Кстати, они дали официальную реакцию, я не буду ее сейчас зачитывать, но я ее прочитала несколько раз, и из того, что я прочитала, я так до конца и не поняла, поддерживают они эту позицию или они вот не поддерживают. Вот верный признак глупости Герман женщины, ну, дайте это, пожалуйста. Это пытаться говорить на вопросах веры, там, церкви и так далее. Господи. Это признак вообще предельной глупости. И это хорошо, уж точно. Герман Львович, потому что в Священном Писании написано, жена в собрании да умолчит. Ну, по вопросам веры имеется в виду. А мы сейчас по вопросу веры говорим? А если есть что-нибудь... Конечно, вы употребляете слова Русской Православной Церкви, ну, это уже по вопросам веры. Но есть Русская Православная Церковь. И вам церковь. Лучше в это не лезть. Я вот... Я не член Русской Православной Церкви. А как вы их называете, напомните? И они еретики, ереси учителя. Вы их называете слюнявые еретики. Давайте уж точнее. Но все равно это не ваше дело говорить о богословии, потому что вы женщина. Это не ваша тема. Хорошо, скажите вы, как вы считаете, какой был мотив у протоиерея Смирнова делать заявление, согласны вы в итоге с ним или нет?
Я не согласен с заявлением протоиерея Смирнова в том смысле, что нужно об этом говорить. Не надо расстраивать женщин, особенно травмировать феминисток, чтобы они визжали как потерпевшие. Не надо говорить на эту тему. И не надо задевать таких слабых совсем людей. Зачем он вопросами сказал? Этими. Может быть, настроение у него было такое. Откуда он другой веры, он другого вероисповедания. То есть он как женщина, по вашей логике, подвержен вспышкам настроения? Да. Я вот к женщинам, я вам скажу, отношусь... Нет, ответьте на вопрос, по-вашему, он подвержен вспышкам настроения? Это, знаете, как говорит мой брат Козырь, это допрос, что значит ответить на вопрос? Я вам говорю... Нет, можно уходить, конечно. Я вам сейчас скажу очень умную вещь, что женщин надо любить. Их не надо там носиться с ними, как с гражданами Российской Федерации. С ними надо носиться, как с женщинами. А вообще, кстати, они должны иметь статус гражданина? Может быть, и лишить? Нет, статус гражданина в современных условиях они могут иметь. А зачем? Вопросов нет. По вашей логике, им не нужно образование, им нужно быть при муже. А тем более медицина. Другой вопрос, что статус гражданина, в котором в современном виде есть, он вполне сатанинский. Он на основе сатанинской конституции, которую соблюдать вообще, это нужно от Христа отречь, чтобы эту конституцию соблюдать. А вы не соблюдаете конституцию Российской Федерации? Конечно, нет. Я ее презираю, потому что я христианин. Герман Львович, как вы ее нарушаете? Если я почитаю Библию, я христианин, я не могу с уважением относиться к антихристианской бумаге. Конкретно, что лично вы нарушаете с Конституцией Российской Федерации? Какая вам разница? Вы что, прокурор, что ли? Просто интересно. Там заяву на себя написать. То есть понимаете, что противозаконно все равно делаете? Ну, говоришь, конечно. И других призываете. Смотрите, как мы живем в слободе. Для нас законно... Судя по всему, антиконституционно. Для нас законно в слободе у нас на Руси. На нашей маленькой Руси православной. То есть у вас Русь, да? У нас маленькая так. православная Русь. А у нас здесь что, простите? А у вас языческое государство. Ага, так. Да. И вот на нашей маленькой... А президент России, кто в этом языческом государстве? Дайте ответить. Нет, хоть на один, интересно. Я не могу на 12 вопросов одновременно отвечать. Хорошо. И у нас в Слободе, на нашей православной земле маленькой, которую нам временно доверил Господь, у нас то законно, что не противоречит Священному Писанию. И довольно много у нас в законе, там, не убей, там, то не делай, это не делай, это все законно. И мы это соблюдаем. Но когда речь идет, допустим, об абортах, которые по закону разрешены в Российской Федерации и вашему языческому государству, мы плюем на этот закон, у нас запрещены аборты. Когда речь идет о курении, которое разрешено, идоложертвенное, в вашем языческом государстве, мы плюем на этот закон. А когда, что вы делаете с теми, кто когда нарушает речь, у когда, вас, когда речь идет о том, что у вас там обязательные прививки, как прививают детям страшные болезни, мы плюем на этот закон. И в этом смысле мы нарушали и будем нарушать ваши законы, которые напрямую противоречат закону Бога. Наш начальник Бог, а не депутаты. Простите, пожалуйста, а вот в этой вашей потому слободе, что мы христиане. А кто прописал эти правила? Кто есть целый ряд таких людей, великих людей, как Моисей, апостолы Христовы. Без Моисея тут, понятно, не обойдется. Это отцы Вселенских соборов. Вы конкретно прописывали. И это высший закон. И это тот закон земной, который противоречит этим. Да послушайте вы. Он написан письменно в Библии. Это в Библии этот закон. Понимаете? Библия – этот закон. Высший закон. И там, где любой документ противоречит этому закону, мы плюем на этот документ. Слушайте, я не могу не зачитать некоторые сообщения, которые нам приходят. Я просто обязан. Женщины коварнее, пишут нам слушатели. Господин Стерликов, скажите, пожалуйста, сколько у нас сейчас умных людей в раю и сколько триллионов в аду? Олег спрашивает. Кстати, вопрос правильный. В раю всегда меньше людей, чем в аду. Малое стадо спасется, написано в Священном Писании. Поэтому, если было наоборот, это было бы вообще противоречиво Священному Писанию. Но умные в аду тоже есть, согласитесь. Нет, умного в аду нет. Потому что это наследовать вечные мучения в результате попытки единственной жизни – это признак величайшей глупости. Так, Герман Стерлигов радикален, но есть о чем подискутировать. Но в основном прав. Форма выражения мнения не всегда оправдана резко, но в ряде случаев по адресу феминизма и так далее верна. Там интеллигентность, тонкость манер не ценят. Нет, давайте только разделять. Если мы говорим конкретно о движении феминизм и его радикальных формах, это немножко другая история. Когда мы говорим, что женщина должна иметь равные права вместе с мужчинами, это не имеется в виду вот проявление радикального феминизма. Натан, я многое не читаю, но здесь все абсолютно убеждены, что ты радикальная феминистка и готова к сексу. Друзья мои, радикальная феминистка – это в первую очередь женщина, которая предлагает насиловать русский язык, говорит, допустим, редакторка, блогерка и так далее, и так далее. Я не то, что это не поддерживаю, я это обстебываю, высмеиваю и не считаю это вообще адекватной позицией. Причем здесь радикальный феминизм. Меня вот пугает, что в таком общественном сознании моих сограждан вот это все намешано в единую кучу. Слушайте, еще раз.
Равные права граждан Российской Федерации, независимо от их пола, на мой взгляд, это очевидная просто вещь. И тут спорить просто не о чем. Обратите внимание, я вот слушаю человека такую ахинею и не перебиваю. Образование, вы уже перебили, получать образование только потому, что он родился женского пола. Это безумие. Это откат на 200, на 300 лет назад. Не для того наша страна, наши предки проходили колоссальный путь, в том числе эволюционный, чтобы мы в 21 веке в России сказали, курица не птица, баба не человек. Я говорю о том, что все должны иметь равные права. Если девушка хочет, она получила базовое образование, школьное, что, на мой взгляд, обязательно. Если она после этого принимает решение, что она хочет выйти замуж, рожать детей, не развиваться в карьере, пожалуйста, это ее выбор. Но чтобы сделать этот выбор более-менее осознанно, она должна примерно понимать, между чем и чем она выбирает. У нее должно быть базовое образование, равно как и у мужчины. Любой мужчина может проснуться в 18 лет утром и сказать, эх, хочу быть Альфонсом. Не хочу работать, не хочу читать, не хочу ничего делать, хочу найти богатую взрослую тетку, простите, вступать с ней в разные виды связи и за ее счет жить. Ради бога, он имеет на это право. Но это его выбор. Он должен его делать, исходя из какой-то базы, которую он получил. Они должны быть в этом вопросе уравнены. Сейчас просто закончится программа. Можно я скажу буквально два слова, а то уже все кончается время. Давайте, я не перебивал, обратите внимание. Я вам безмерно благодарна за вот это. Смотрите, нам надо знать вообще, откуда взялся феминизм, безо всяких там эмоций. Опять феминизм. Да. Феминизм откуда взялся? Вот эта вся борьба за равные права. Это взялось из того, что надо было повысить количество рабочих на фабриках и заводах, когда началась мощная волна индустриализации в начале 20 века. Отсюда пошла волна феминизма. Потому что надо было просто вдвое увеличить количество рабочих за счет баб, чтобы они не дома уже сидели и детьми занимались. Не папа, женщин. А чтобы они работали на предприятиях, на стройках там и так далее. То есть надо было рабочие руки. Для этого же была коллективизация, и, кстати, для этого же было ГУЛАГ. Поэтому феминизм, коллективизация и ГУЛАГ – это одной мотивации деяния. Феминизм и ГУЛАГ? Во всем мире, да. ГУЛАГом тоже насыщались стройки народного хозяйства туда, куда добровольно никто бы не поехал. Это количество врагов народа спускалось только из Академии наук в НКВД. Говорили, сколько должно быть врагов народа, куда отправлять, что строить. Карта индустриализации Советской России – это точная калька карты ГУЛАГа. Вот, это и оттуда же и феминизм, вот, чтобы понятно было, что вот общие права – это чтобы баба пахала так же, как мужик. Поэтому женщине общие права такие же, как с мужиком. Феминизм шел еще с 19 века в России, например. Мужчина должен заботиться о женщине. Первая борьба за равные права – это 19 век, это салоны, это литературные кружки и так далее. Это было жалкое начало. Все, волна мощная началась с начала 20 века. Извините, 18 даже век, да? Это все не в 20-м, не в ГУЛАГ. Растление женщин началось даже с Софии Грушевской, с жены Федора III. То есть это все начало было. Это все было, это не было еще волны, не было миллионов людей, которые увлекались этими мерзостями. Это было там на уровне Екатерины и ее окружения, там эти развратницы чудовищные. Екатерина, почему знаете, ну потому что Екатерина Любовников поставлял ее муж Потемкин. Да она, она до старости занималась развратом и умерла в этом. Это вообще мразь конченая. Галштейн Гаторп, София Августа Ангальд Цербская, ее настоящее имя. Да, она да. Немка, да, они, нет, все, они, не они все были немцы, сатанисты, извращенцы, все эти так называемые русские цари, начиная с Михаила Гамбила, Михаила Романова. Прощай, Николай II, вы тут он немец, конечно, конечно, он немец, наркоман, курильщик, то есть театрал. Правильно сделали, что его стреляли? Он безбожник полный. Кто? Да в него не стрелял никто, вас обманули, как лохов. А, по вашей уехал версии, в Лондон, он в Лондоне, и оттуда да, правил до 1939 года. Я прошу, сейчас, минуточку, я вот скажу вам сейчас главное о женщинах, то, что касается женщин. Я вот вам сказал, казалось бы, то, что не имеет к этому отношения про пчел, что 24 июля в 19 часов на проспекте Сахарова митинг в защиту пчел. Это в защиту женщин. Потому что женщины тоже не хотят умирать, когда передохнут пчелы. Пчела второе, это женщина. Второе. О. Каждую субботу у нас ярмарки в Слободе. И там собираются тоже и настоящие бабы, и настоящие мужики. И это мероприятие в защиту женщин. Настоящей женственности. Настоящей семьи. Это там собираются люди, которые сохранили традиции семейственности. Приезжайте все. Приезжайте феминистки, позавидуйте, как люди живут, какие семьи, какие дети, безо всяких этих лекарств поганых, без врачей и убийц, без школ проклятых, вот мне интересно, безо всего того, что уничтожает детей. Себя ответственность? Вот он сейчас так призывает всех отказываться. Да, я от всю прививок. Ответственность беру на сколько себя. Сколько детей умирает вот, из-за того, что родители нисколько не умирает. От этого? Да, а рядом с больницами кладбище можно огромное делать. Про мужиков, которые на этой ферме, про то, что надо приходить, этих мужиков и для того, чтобы женщина, да теперь я скажу вам о главном, о самом
самом главном, о чем не шла речь. Для того, чтобы женщинами опять вспомнили, что такое быть женщинами. Для того, чтобы мужики опять вспомнили и стали настоящими мужиками, надо вырубить электричество и в России, и на планете. И тогда дети будут обнимать колени своих родителей. Мужчина станет хозяином и господином, а жена помощником и любящей женщиной, которая рожает ему детей. Так что желаю всем радиослушателям скорейшего отключения электричества, полного, навсегда, разбитых изоляторов на всех магистральных ЛЭД. Давайте начнем с комсомолки. Чтобы ни одного живого изолятора не осталось. Давайте здесь прям плафоны побьем, начнем с малого. Ну зачем вот такими глупостями заниматься? Надо именно магистральными ЛЭПами заниматься. Надо делать так. Вот посмотрите, сейчас первые прецеденты произошли в Венесуэле, в Аргентине, в Армении сейчас. Там же не воспользовались люди этой ситуацией. Надо было поддержать спецслужбы. Надо было добивать эти изоляторы на этих лэпах. Надо было все доламывать. И тогда бы уже весь мир позавидовал Венесуэле. Мы не призываем конечно, к экстремизму. Конечно, не призываем. Мы просто сокрушаемся, что в Венесуэле этого не сделано. Короче, позиция Германа Стерлига этого не говорит, сделано. Это равно вырубаем электричество, возвращаемся к Коминовец. Да. Вырубать надо электричество. Поэтому все не погибли. Я больше скажу. Позицию Германа Стерлигова нам выразил Александр из Перми, наш слушатель. Вырубить везде электричество и любить женщин. Правильно. Это связанные вещи, кстати. Кстати говоря, абсолютно связанные вещи. Потому что женщины и мужчины сейчас занимаются хрен знает чем, что для них напридумывали ученые. Вы знаете, вместо того, занимается? Чтобы заниматься... Да я уже жизнь прожил. Я уже старик, я уже все знаю. Слушатели напишут, Стерлигов явно больной на голову человек, живет в 16 веке, по варианту женщина, церковь, кухня, дети в немецкой версии. Но сейчас же 21 век. Впрочем, если вашу супругу так все устраивает, она имеет на это право. Кстати, это абсолютно важная вещь. Если супругу Германа Стерлигова это устраивает, а судя по ее книге, которую я тоже имел удовольствие прочитать, она, в принципе, довольна, не считая того момента, как она обманывалась телевизором, потому что Герман Львович... Недолго она обманывалась телевизором. Да, эмоции вышвырнул телевизор из окна, как написано в этой книге, а она при этом продолжала прятать маленький, все равно смотреть. Мы не знаем, что значит ли это, что она полностью согласна с выбором, который ей предлагает ее супруг. Потом-то она написала, что она уже сама выкинула и маленький. Это не была ваша редакция. Вот женщины, кстати говоря, иногда чуть позже приходят к тому, к чему раньше приходят мужчины. То есть вы согласны со Смирновым? Но когда они приходят, послушайте, я сейчас скажу почему. Но когда они приходят к этому, они становятся апологетами добрых дел еще большими и более ревностными, и более принципиальными, чем мужчины. Вот это а почему женщина вещь. приходит позже? В чем, конечно... Потому что она слабее умом, как говорит Смирнов. Нет, у нее другой ум. У нее не развито абстрактное мышление, у нее практическое мышление, приземленное. То есть она заботится о детях, она мать. Ей нужно все пощупать, ей нужно быть уверенным, что деда будут накормили, напоены и так далее. А мужчина, он может парить фантазиями, у него стратегические мысли о будущем, он понимает опасности, которые угрожают с разных сторон семье, обязан, по крайней мере, понимать. И когда мужчина к чему-то приходит, женщина часто отстает. Вот когда мужчины... И иногда многие вещи делаются добрые через скандалы, через настаивание и так далее. Тоже настаивать на том, что они что-то тогда обязаны, возможно, ситуация. А для этого надо вырубить электричество. И тогда, мужики, все будут заниматься своими делами и заботиться о своих семьях. Они шлятся хрен знает где. И будут любить. А женщины будут счастливы. Да. Спасибо большое, друзья. К сожалению, время нашего эфира неумолимо подходит к концу. Женщины будут счастливы после отключения электричества, потому что дети будут в безопасности. Потому что иначе наши дети погибнут от экологической катастрофы. В жестком противостоянии с Русской Православной Церковью в итоге закончил свой пламенный спич ровно тем, что согласился с патриархом Смирновым. Не, ну драгоценная моя. Вот это удивительный топ сегодняшнего эфира. А давайте мы сейчас узнаем, что слушали. Я вам скажу, что ереси это не значит, что все у них неправильно. То есть вы согласны? У них есть что-то правильное, но если есть хоть что-то неправильно, вот это уже церковь. С этого и надо было начинать. Вы согласны? У них неправильные священные писания. Вот что у них неправильно. Понятно. А не то, что протоиерей Смирнов там неправильно про женщин говорит. Но вы же не Итак, согласны? Подводим итоги нашего голосования. 67% наших слушателей согласны с Германом Стерлигом. Какой ужас. Неужели есть 33% людей, которые вообще... Модель женщины именно такой, как вы считаете, Герман Ильич. Надана, с тобой согласны 33%. Но это уже радует. 33% Спасибо, друзья, что вы были.